Стать волонтером может каждый. Участники всероссийской акции «Мы вместе», к которой присоединился и Ненецкий округ, приглашают в свои ряды всех желающих. В задачи волонтеров входит помощь пенсионерам и маломобильным группам населения. О работе волонтерского центра расскажет Мария Даник. На торт входит масло, макароны, чай. Сегодня участники акции «Мы вместе» формируют несколько наборов. Они индивидуальны по заказам людей старше 60 лет и маломобильных граждан. Работа волонтеров проходит на базе созданного в Ненецком округе штаба. Сейчас, в данное время, мы помогаем пожилым людям, маломобильным, которые нуждаются и не сможет выйти из дома. И мы покупаем им продукты, которые необходимы. И лекарства выбрасываем, а также выбрасываем мусоры. Помимо прочего, Барвина, представляющая организацию «Волонтеры-медики», следит и за здоровьем волонтеров. Как признается девушка, задача несложная. Провести правильный инструктаж, как правильно мыть руки, как правильно все обрабатывать. Всего в Ненецком округе на сегодняшний день в рамках акции «Мы вместе» работают 45 добровольцев. В их числе и волонтер со стажем Никита Янчев. Вообще на сегодняшний день очень важно помогать ближним, особенно если это пенсионеры и маломобильные граждане. Я принимаю участие в таких акциях довольно давно. Есть некий опыт проведения участия. И призываю всех принять участие в этой акции. Для того, чтобы стать волонтером «Мы вместе», необходимо пройти регистрацию и специальное обучение. Нет, все довольно просто. Вы переходите по сайту Добро.ру, вам предлагают обучение, после этого вы проходите тест, вам высылают сертификат о том, что вы приняты. Волонтеры, прошедшие обучение, работают по всему округу. Однако 45 человек на весь регион – недостаточное количество. Тем более, что помимо помощи пожилым людям и маломобильным группам населения, волонтеры «Мы вместе» на территории Ненецкого округа оказывают помощь многодетным семьям. Плюс как бы волонтерами организуется работа по поддержке многодетных семей. Многих предприниматели многие присоединяются, в многих магазинах установлены тележки добра, на которые каждый желающий может приобрести продукты и оставить тем, кто в этом нуждается. Потому что страна сейчас переживает довольно-таки трудное время, и действительно, как многие люди столкнулись с трудной ситуацией, и им нужна помощь. Работы хватит на каждого, поэтому в рядах участников акции «Мы вместе» ждут всех желающих. Волонтером может стать любой гражданин Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте платформы «Мы вместе», сделать это довольно-таки нетрудно, и направить заявку о участии в акциях в Ненецком автономном округе. Потом с вами свяжутся активисты-волонтеры штаба в Ненецком автономном округе проекта «Мы вместе». Мы призываем всех присоединиться к этому проекту и прийти на помощь близким. Обратиться за помощью в волонтерский штаб можно по телефону горячей линии. Мария Даник, Антон Водряков, телеканал «Север».